Здравствуйте, привет, мои дорогие. Бегу на море. Проснулась сегодня 7:30. Даже всем повыпила. Воду с уксусом всегда пью. Привела себя в порядок и бегу. Новую шапочку одела. Так, почему я захотела с утра прям записать вам? Вообще некоторые мужчины, турки, странные. И у нас есть такой сосед странный. Когда хочет, здоровается, когда у него жена рядом, он игнорирует. Но жены сейчас не было. И я когда выходила, он калитку открывал. И вот так голову, вы понимаете, я смотрю на него, а он вот так вот опустил голову и идет на пролом. Не пропустил меня, сам первый вырывается. Какой-то странный. Мой муж говорит, он не в себе. Вы знаете, что иногда так бесит вот такое поступки, невежество. А когда этот не найден там мираба. В общем, человек настроение. Бог с ним, пес с ним. Когда, знаете, вы хотите что-то разозлиться на кого-то, она говорит, да пес с ним. Пес с ним, и все. Бог с ним, пес с ним. А я пошла, жизнь продолжается. Вчера я, когда возвращалась от встречи с девочками, я на остановке стою, жду своего автобуса, и вдруг ко мне подходят русскоязычные, муж с женой, смотрят меня, и так я так насторожилась, извините, говорит, можно вас что-то спросить? Вы, говорит, Светлана, да? Я говорю, да, мы ваши подписчики, а муж говорит, не я, она подписчица ваша, я ее муж, такой с чувством юмора. И зовут ее Лиля. Мы, говорит, вас смотрим очень давно, благодарим вас за ваш канал, столько эмоций положительных. Вы, говорит, совсем другая, говорит, вот второй человек. Ну, вообще, в принципе, многие говорят так, да, что я отличаюсь наяву. Вы, говорит, такая маленькая, такая стройненькая, такая худенькая. Вы, говорит, никого не слушайте насчет мужчин. Вы прекрасно выглядите. Так что, друзья мои, камера искажает все. Я так кричу, если пенсионер. Камера все искажает, друзья мои. Я выгляжу намного лучше. Вот, поэтому желаю вам, советую со мной встретиться и поменяйте свое мнение. Так было приятно. Вроде бы я ничего не делаю, да? Я просто снимаю свою жизнь. А людям это интересно. Вот Лиля и супруг, передаю вам привет. Мне очень было приятно. Я вообще такой сама по себе простой человек. В каком смысле? Не летаю в облаках. Была ли я раньше? Такая же. Я и раньше была такая. Я и сейчас такая, когда немножко разбогатела. Вот. И буду такая, мне кажется, когда немножко разбогатею. Ну, конечно, токсичных людей я не приму никогда в свою компанию, в свое окружение. Не буду контактировать с ним, поэтому положительных, доброжелательных, пожалуйста. Вот, мои дорогие. Столько планов на сегодня. Вчера я опять прогуляла. Никак не получается дошить. Сегодня я должна дошить платье. Завтра у нас фотосессия с подругами. Шапки готовы. Там хочу еще одну шапку, что-то придумала. Не знаю, нужен горячий клей. Есть, будет ли у меня такая возможность купить его где-то. Может, попрошу мужа купить горячий клей. Вот, для бусинок. Точно, это будет, наверное, в Палме где-то. В Палме. Дам ему сегодня задание. Вчера поела вот это чайкофте. Тяжеловато до сих пор. Поэтому сегодня как-то надо взять себя в руки и разгрузочный день устроить сегодня. Самый лучший вариант будет. Возвращаюсь я. Никого нет. Пока я там зачиталась книгу «Трансерфинг», реальности читаю. Стараюсь как-то хотя бы по одной главе, но сегодня две мне удалось. И такая у меня сонливость появляется. У вас такое есть, я не знаю, почему такое сопротивление идет на эту книгу.
потому что не могу ее дочитать больше года. Вы понимаете, Светлана, спасибо тебе, милая, то, что ты мне ее отправила. Мы даже перестали общаться, но каждый в своей стезе. Но я очень благодарна за то, что ты, Светочка, мне прислала эту книжку. Вот сейчас я много из нее потом, как говорится, исчерпываю информации, черпаю информацию из трансерфинга и как-то по-другому начинаю реагировать на те или иные события. Как-то спокойнее. Как-то вот все это раз, трансерфинг, что-то хочу кого-то осудить или что-то. Раз сразу. Мой муж, например, он такой маятник, он так может задеть. В каком смысле задеть? Какой-то без повода. Что-то будет бурчать. Но когда ему настроение испортит? Не всегда. А я так стараюсь раз его не слушать, не обращать внимания. Вот. И конфликт не происходит. Потому что я его обхожу. А то в 150 раз бы конфликт был. Я такая вспыльчивая, вы что, да я за себя не знаю, пасть порву мою голову. А сейчас пофиг мне абсолютно. Такое кафе я вам показывала, да, с мышками, с медведями. С мышкой, как можно сказать мышкой, с медвежатами. Вот, мои дорогие зрители, иду к подружке на кофе. Так что прекрасного мне дня и хорошего настроения. Я такая неугомонная. Сегодня у меня сырники. Я сейчас вообще планировала другое дело. Мне надо педикюр сделать. Завтра я должна быть красоточкой. А это творожники, друзья. Творог был. Творог был. 3 белка добавила. После крема брюле осталось. Кокосовую муку. Еще что добавила я? Псиллиум. Соль. И все. Постояла и все, разрыхлитель. Сейчас мы же сняли вчера все наши ковры и забрали. Видите, вот сейчас вот я сейчас тут возилась. Почему я возилась? Вот, я все решила, мои продукты, муку, все, что у меня, вот видите, чиа семена, я все положила в холодильник, псиллиум, потому что я переживаю, что прилетят мошки и покакают, и у меня будет такая фигня везде. Не хочу я, чтобы испортились мои продукты, которые я с трудом покупаю. Вот. Что я буду готовить сегодня? У нас вон курица есть. Ашкыма. На завтра девочками у нас пикник. И я вот решила крылышки замариновать, приготовлю вот так вот. Дорогие мои зрители, мы на пикнике, фотосессии. Смотрите, какое красивое небо. Кто-нибудь поснимает меня на видео? Вот мой телефон лежит вон там. Я. Сюда пока поставлю, здесь все может падать, Дим. Мои дорогие зрители, как классно мы здесь фотографируемся. Рабочий процесс фотосессии. Давай вот эти, ладно, подкормим. Давай.
Наконец-то дитё пробует. Дождалась роллы. Голову выше. Молодец, голову выше. Как шляпа идет, видите, это вообще, мне так понравилось вот этот выбор. Gonna try to bait, ain't gonna regulate. Trolls, trolls, what is your goal? You spill a lot of beep from your bum hole. You wasting all my time on the comment patrol. Don't you ever take a break? Are you on a bankroll? You wanna bait me? Trolls, what is your goal? You wanna bully me? Trolls, what is your goal? You wanna hate me? Trolls, what is your goal? Daddy, the internet is mean. Your post got 20,000 likes, a million followers, a pretty big mic. So why you tripping? Bound to be some dislikes. Just cause we all don't agree don't mean we trying to hitchhike. Hitchhike, 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 piggyback on your likes. Cause I'm gonna call you out when you be selling out. I'm gonna cost you clout, gonna cast a doubt. Creator, later, rumor instigator. Wanna be famous, gonna have to deal with haters. You in LA, you a model, you an actor, you a waiter. You be riding to the penthouse in a service elevator. For all them likes, you get a fat check. So I'm just here to do a little fact check. I set the record straight, just give me a sec. Daddy, the internet is mean.